нации. Значит, есть такой способ при рассмотрении вопроса о нациях избежать всяких проблем, не разбираться, что такое народность, что такое народ, что такое национальность, что такое нация. А просто всегда говорит этнос, 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 и тогда ничего не надо разбирать. Что мы сейчас чаще всего и наблюдаем? Этнические проблемы, этнос. А ведь существуют разные понятия. Начнем с понятия национальность. Национальность связана с кровным родством. Это кровно-родственное понятие по природе своей. Как определяется, какой человек национальности? Если папа и мама японцы, то и сын или дочка японец или японка. Правильно? Вот и все. И нечего тут мудрствовать лукаво. Но это тоже бывает довольно странно, потому что у нас вот в студенческой группе был такой Эдди Куйба из Бобрянска. Когда-то, наверное, папа у него или мама были эстонцы. Но это было какое-то незапамятные какие-то времена. И во всяком случае, он так эстонцам потом все и писался. И, конечно, у него все остальные, так сказать, русские, но каждый раз, значит, поскольку он записывался эстонцем, то папа эстонец, он эстонец, но ничего общего с эстонцами он не имел, он не знал ни эстонского языка, никоим образом не имел никакого отношения к эстонской культуре и так далее. Но вот так он числился. У меня есть 4 совместных монографии с профессором Моисеенко, деканом экономического факультета Санкт-Петербургского университета. Вот здесь был экономический факультет на 4-м этаже, где сейчас философский. Философский и экономический помещались в том месте, где сейчас один философский. У него жена русская была. И 2 дочери. Старшая записана русская, а младшая – украинка. Ну и получилось вот 2 сестры. Одна русская, другая украинка. Родные 2 сестры. Как так может быть? А вот так и может быть. Потому что если у вас, так сказать, родители принадлежат к разным национальностям, то можно было выбрать любой. Но я думаю, вряд ли она сама выбирала, потому что выбирали родители для разнообразия. Ну, вы прекрасно понимаете, что кровно-родственные отношения главными были в очень давние времена. То есть, когда был первобытно-общинный коммунизм, на первом месте были не производственные отношения, а кровно-родственные. Из чего это вытекает? Это вытекает из основной посылки исторического материализма, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Это что значит? Производство людей, во-первых, и производство материальных благ для их прокормления, для их существования. И главными были отношениями по производству людей, потому что неразвитым были производительные силы, средства производства. А вот как только они стали достаточно развитыми, что можно прокормить не только себя, но еще одного человека, появилось рабовладение. До этого как оно могло появиться, рабовладение? Никак. И либо я выживу, либо вы выживете. Тут, кто тут хозяин, кто раб, безразлично. Только один человек может выжить, если один работает. А вот когда уже один мог покормить двоих, стало возможным рабство. Значит, можно было взять с собой несколько рабов и просуществовать без всякой общины. Правильно? Совершенно самостоятельно. С рабами, конечно, которые будут на тебя работать. И вот с того времени, когда на место, первое место, вышли производственные отношения, то есть отношения по производству материальных благ, естественно, кровно-родственные отношения стали уходить в тень.
А потом с развитием мирового рынка, с развитием товарного производства стали образовываться рынки, ну, прежде всего, по принципу национальному. Национальный рынок. Это вот те люди, которые говорят на одном и том же языке, проживают на одной и той же территории, создают единый рынок. А у вас другой рынок. А раз у вас другой рынок, у вас другая территория, и у вас там другие виды хозяйства, то, возможно, с вами будем воевать. За что? За рынок, чтобы, так сказать, мы свои границы своего рынка расширим, а ваш рынок постараемся подавить. За место на рынке, знаете, как дерутся? Горшки бьют. Доказывают, что все товар у вас плохой. Капуста у вас не кислая, а горькая, гнилая и тухлая. Горшки у вас. Откуда взяли такой горшок? Сами понимаете. Ну, это вы сейчас только улыбаетесь, а на рынке вы бы мне ответили. Сказали, у тебя пиджак уже неизвестно, ты как с кого снял, и лицо у тебя кривое, и тебе уже в могилу нужно давно идти, а ты лекции читаешь, и так далее. Что-нибудь такое. То есть, если мы будем изучать историю становления рынков, то она совпадает с историей становления наций. Наций. Прошу не путать с национальностью, с нацией. То есть нация – это общность, исторически сложившаяся, она не извечно существовала. Нации стали образовываться тогда, когда начал развиваться капитализм. То есть тогда только нация была уже не в становлении, а стала уже становиться нацией как наличное бытие. И с этим связано и понятие нации, которая утрачивает связь, всякую связь с кровно-родственными отношениями. Что такое нация? Давайте это понятие сформулируем, запишем и обсудим. Нация – это общность людей, которая основывается на общности. Экономики, территории, языка и культуры. Вот если мы с таким понятием нации будем подходить к решению национальных вопросов, то мы получим много интересных таких выводов, нетривиальных. Во-первых, что нации складываются стихийно. Их нельзя вот искусственным путем создать. Нельзя их вот, так сказать, в какую-то скорлупу одеть. И поэтому нация является довольно устойчивым образованием, тесно связанным у нас вот у всех на прошлой лекции возник вопрос: вам не стыдно опоздать? Вот человеку стыдно. О чем это говорит? О высокой его морали. Спасибо. Не надо. Не надо раскрывать. Они потом будут требовать каждый раз вам докладывать все, что вы делаете. Это опасно, опасно. Не вставайте на эту дорогу. А потом будут деньги будут брать с людей. Говорят, хотите, дайте $3, я вам расскажу, почему он не пришел и куда. Так, значит, нация складывается стихийно, вместе со складыванием рынка.
Обратите внимание, здесь никакой связи нету с кровно-родственными отношениями. Никакой. Кто какой национальности? Об этом ничего не говорится. Зато ясно другое, что если какого-то этого признака нет, то есть если нет этой одной какой-то составляющей, то и нации тоже нет. Вопрос. Вот с точки зрения такого определения, представляет ли там, мировое еврейство нацию, да или нет? Что значит формально? А? Вы по понятиям или без понятия? У нас понятие нации есть. Оно было сформулировано для вас специально еще раз. Это общность людей, характеризующая, основывающаяся на общности. Территория, экономики, языка и культуры. Тут есть что-нибудь от национальности? Ну, следы есть, конечно, в культуре есть следы, там, где-то в расположении, да? Какие-то особенности, может, ремесел каких-нибудь, правда, там? Есть какие-то ковры, может быть, особые, или полотна, которые ткали люди, такой-то национальный. Но это уже все второстепенное. Что, евреи все живут на одной территории? Нет. Вот. Американские евреи к какой нации относятся? К американской. Ну, так а что вы тут нам начинаете? К американской. А африканские евреи? На севере Африки нет, что ли, евреев? Евреи-негры есть? Нету? Ну, есть? Нет, да. А евреи-китайцы? Да, у вас вопрос? Я считаю, что в случае с евреями это исключение, потому что они исторически приспособились к существованию без территории. Я тоже так думал. Даже когда готовился к лекции, так думал, хотел тоже сказать, как вы исключение, а потом подумал еще. А вы попробуйте вместе со мной подумать еще. А вот русские, которые живут сейчас в Америке, они к какой нации принадлежат? Новые русские. Какой нации принадлежат русские, которые уже давно живут в Америке? В США. К американской нации. На каком языке они? Значит, экономика какая у них? Американская. Территория какая у них? США. Язык какой у них? Английский. А культура? Была русская. Была русская. Была русская, а уже у детей уже, тем более у внуков. Культура. Да. Так, во Франции как считается, кто? Приехал во Францию, неважно, кто приехал, откуда, он кто? Француз. Да? И, в общем, это соответствует понятию нации, потому что он попал во французскую экономику, на французскую территорию, говорит на французском языке и не сразу, но постепенно входит во французскую культуру. Пока он не вошел в нее, он, там, допустим, русский или японец во Франции, или марокканец. Когда он войдет во французскую культуру, и она станет ему родной, все признаки говорят о том, что он принадлежит. Как про него правильно сказать? Сейчас. Про него правильно сказать будет так, скажем. Француз марокканского происхождения, или француз русского происхождения, или француз немецкого происхождения и так далее. Но француз. У вас, пожалуйста. Понятия россиянина нет, высказывания такие есть. Русские есть такое понятие. Вы можете вспомнить, как назывались русские до того, как они стали называться русскими. Не помните? О, вы когда хватанули, сразу видно историки. Не, вы только перед этим как стали называться, а вы взяли там эти древние времена. Некоторые говорят, вот это русские, так прямо и говорят, это русские, этрусские. Вот, великороссы. Великороссы. Русские – великороссы. То есть в советское время стали называться великороссы как русскими. Причем это оригинальное довольно-таки название, исключительное, я бы сказал. Исключительное.
Потому что если вы возьмете все другие нации, вы обнаружите, вот, швед – существительное, француз – существительное, да? Японец – существительное, китаец – существительное. А вы приходите, просто вы кто? Говорит, а я русский, а я американский. Американец тоже американец. Да что вам этот россиянин? Что значит россиянин? Россиянин – это человек, живущий в России, житель России. Успокойтесь. Житель России – россиянин. Мы с вами россияне. Вы русский, но это не мешает вам тому, чтобы быть россиянином. Вы русский и россиянин. Совпало. Хорошо, а вот житель Кавказа? И житель Кавказа тоже россиянин. Все люди, которые живут в России – россияне. Все люди, которые постоянно не живут в России, не россияне. Вот и все. Что тут? Это ваш вопрос очень простой. И ответ на него очень простой, могли бы и сами додуматься. Это вот вы решили, что надо спросить, а надо напрячь голову. Нет, я решил ваше мнение. А у меня мнения нет. Я мнение вообще не излагаю. Если у меня нет по какому-то вопросу знания, я на лекции не даю. Ну, какой смысл вам слушать мое мнение? Мнение – это же непроверенное знание. И даже не знание, это может быть вообще. У меня мнение, например, что до Луны 40 километров. Ну и что? У нас свобода мнений. У меня свободное мнение. Вот я считаю, что до Луны 40 километров. И все. Поэтому мы что с вами будем делать? Возвышать свое мнение до знания или знание опускать до мнения? Вы решите как-то, что будем делать. Вы ищете истину или бежите от истины с помощью своего мнения? У меня, говорит, мнение, что 2 × 2 = 7. И что? Как это я не думаю? Я только так, может быть, и думаю. Это вы так не думаете. А я вот думаю, что 2... У меня мнение такое. 2 × 2 = 7. Знание у меня есть. 2 × 2 = 4. А мнение у меня, что 2 × 2 = 7. Вот у меня знание есть, что вы хороший студент. А мнение, у вас... что вы никудышний студент, вообще безобразный. Вам что нужно, знание или мнение? Вы выбирайте. Я послушаю мнение, а потом... Да я бы вам не советовал и мнение слушать. Если человек не имеет никакого знания, нечего его слушать. Есть сейчас такие специальные средства, сидите на лекции, а вас беруши здесь, береги уши. Так? И вы так смотрите внимательно так, внимательно, а сами думаете совсем о другом. Надо идти в ногу со временем, а вы вот слушайте всякие мнения. Мнение-то не надо. Так, понятно. То есть, что такое? Поэтому не исключительная ситуация. Скажем, если вы возьмете русских, в Канаде русские живут, украинцев там очень много, бывших, да? Есть такой журнал «Носта Компас». Видели, нет? «Компас Северной Звезды». Издается обществом друзей Советской России, канадский. Канадским. Путин поздравлял этот с летием этот журнал. Он издается в основном бывшими украинцами, причем закарпатскими. Но они давно уже, ну понятно, что он издается на английском языке, что они находятся, конечно, в лоне действия канадской экономики, на канадской территории. И в канадской культуре. И даже печатают они, естественно, на те доходы, которые они получают не от продажи по всему миру, а от, прежде всего, продажи в Канаде. Какая такая есть национальность, которая присутствует только на территории, где живет основная масса, где нация? Таких, наверное, национальностей не найдешь. То есть, когда мы сейчас будем брать какие-то события, допустим, землетрясение вдруг выясняется. Где бы они ни были, сразу начинаем выяснять, сколько там русских в это время находилось. Правильно? Причем кто-то там находится временно, как в туристической поездке, а кто-то там живет уже и постоянно. А? Это другое понятие. Мы сейчас о гражданстве. Не говорим, гражданство относится к сфере действия государства. Государство, если вас признает своим гражданином, оно вас должно защищать. А если оно вас не признает своим гражданином, оно вас не будет защищать. Например, в Южной Осетии большинство граждан к какому государству относится? К российскому государству, потому что у них российские паспорта.
И вот кто тронет наших товарищей из Южной Осетии, наших граждан, которые по национальности и нации у них не российская, и не русская еще, а они югоосетинцы, то тот будет иметь дело с русской, с российской армией и с российским государством. Правильно? Так ведь стоит вопрос? То есть вопрос гражданства – это отдельный вопрос, не надо его путать. Давайте мы не будем путать нацию с национальностью, с народностью. Есть разные степени развития народности и национальности. Народности, когда много уже людей одной национальности, это может быть уже не просто племя. Есть племя, да? Это люди, находящиеся в том или ином кровном родстве. Не знаю, тут есть люди, которые родились в деревне? Вот я родился в деревне, вот и вы, и я, вот мы с вами это знаем. В селе Староклинское Первомайского района Тамбовской области. Когда я приехал со своими детьми туда, долго-долго там не был, все стали спрашивать, а чей я? А там и фамилии никто такой не знает, а вот знает, что был там некоторый Юрков, и вот мы все Юрковы. И там вся деревня, наши родственники, только какой степени родства? Второй, третий, четвертый. Ясно, что это... Дети мои очень удивлялись, что все здороваются, и все сразу начинают выяснять, а в каком, так сказать, родстве мы состоим. Но это постепенно все отходит. Это еще так называемые племенные отношения. Появляется народность. Это уже более широкая связь. Народность – это еще кровно-родственное родство есть, но уже никак оно не сводится к какому-то племени, правда? Это более широкая общность, более широкая. Поэтому есть народности севера. Их сравнительно немного – это тысячи или десятки тысяч. Вот, скажем, у нас в Ленинградской области есть ингерманландцы. Может быть, почему-то поэтому поисковый отряд у нас, вот если вы будете из нашего двора выходить в сторону противоположной Менделеевской линии, там будет слева вход и написано «Поисковый отряд Ингрия». Почему он называется Ингрия? Даже удивительно, может, по месту нахождения. Поскольку, или раньше это у Пушкина назывались чухонцы. Приют убогого чухонца. То есть, есть, так сказать, какие-то. Теперь у графины, которые были, так сказать, некой единой народностью, давно уже разделились на разные. Есть у графины, которые мордва, да? Есть у графины. Это так, Воткинск, забыл, как называется. Воткинский, забыл, как национальность это называется, по-другому. И есть у графины вот и в Ленинградской области. То есть они всегда жили испокон века на той же территории, что и русские, уграфинские племена. Входили в ту же экономику, никакой отдельной уграфинской экономики никогда не было. Некоторые отличия в культуре, конечно, были, некоторые отличия. Но в основном тоже общая культура. Язык. Язык, как бы у тех, кто принадлежал к уграфинским племенам, как бы два родных языка. То есть они имеют общность и по языку со всеми остальными людьми. Как их называть? Скажем, можно сказать, что это русские уграфинского происхождения. Или вот есть у нас, был у нас диктор, да, Левитан, который зачитывал сводки информбюро. И говорят, что очень не нравился он Гитлеру. В связи с тем, что он сообщал о победах, так сказать, таким очень твердым и громовым голосом, о победах советского оружия, о победах Красной Армии. Кто такой Левитан? Он к какой нации принадлежит? А? К нации какой принадлежит? Вот я смотрю, что вы как-то понятия никак еще пока не усвоили. Будем надеяться, что усвоите. Он русский, еврейского происхождения. Он принадлежит к русской нации. А какой же? Ну, смотрите, экономика, территория, язык, культура. Теперь есть другой Левитан, художник, знаете? Идите в русский музей. Он, да, русский художник? Левитан, русский художник?
Да. Русский художник еврейского происхождения. То есть надо вот понять, что категория нации ничего общего не имеет и с измерением количества крови той или иной национальности в организме. Ничего общего не имеет. Ничего общего не имеет и прямо противостоит всем расовым, так сказать, концепциям. Потому что раса определяется по цвету кожи, правда? А отношение к принадлежность к русской нации определяется по цвету кожи? Нет. Нет. Это вы определяете. Да, да, да. Вот я так и понял. У нас, товарищи, есть расисты, по крайней мере, один. Не будем показывать пальцем, потому что на него уже показали пальцем. Вы там, наверное, вы знаете, наверное, одного негра, который в какой-то муниципальном совете в Волгограде успешно очень работал, его снова избрали уже второй или третий раз. Это обычное дело. Значит, мой сын, мой родной сын, женился на девушке, которая родилась в Египте, поскольку ее мамаша, мать ее, то есть, так сказать, моя в этом смысле родственница, уехала в Египет, вышла замуж за египтянина, а потом развелась и приехала обратно с ребенком сюда. Наполовину она египтянка, наполовину русская, по национальности. Она прибыла сюда, и вот, так сказать, вот мой сын женился на ней, и у них есть дочка, она светлая, с голубыми глазами, зовут ее Катя. Кто она по национальности? На четверть, можно сказать, египтянка. А что это в чем-то проявляется вот, во внешности? Только в одном. Носик такой, как у Пушкина. И все. Больше ничего общего нет. И вообще все эти изыскания по части крови, когда мы говорим о нации, мы должны прекратить и говорить о том, кто к какой нации относится. А когда человек куда-то прибывает, он какое-то время будет еще относиться к той нации, откуда он приехал, да? С той территории, где находится эта нация. А потом он будет уже относиться через некоторое время, он или его дети, или его внуки, к той нации, которая его приняла. И которую он принял, поскольку он воспринял и язык, и культуру, и он в этой экономике находится на этой территории. В этом смысле, скажем, мы можем сказать, что на сегодняшний день в Израиле есть израильская нация, или даже две израильских нации. Почему две? Потому что, вот, скажем, у евреев в Израиле и у арабов в Израиле у них разные культуры, правда? А экономика у них одна, общая. Не две же там экономики израильские, а одна. Территория общая, фактически, где живут и арабы, и евреи. Экономика общая, язык отличается, и культура отличается. Поэтому там две нации, и поэтому то, что вот раньше говорили, что евреи не образуют нацию, образуют на территории Израиля израильскую нацию. Одну из израильских наций, вторая израильская нация арабская. Это арабские израильтяне или израильские арабы. Вот такая картина. Всякая или вообще национальность дорастает до народности, а потом до нации? Нет. Хорошо это или плохо, что образуется нация? Ну, вообще нельзя сказать. Это не вопрос морали и не нравственности. Это вопрос хозяйственной жизни. Если хозяйственная жизнь так складывается, что образуются крупные вообще нации, это прогрессивно или реакционно? Что? Прогрессивно. То есть образование крупных наций означает более быстрое развитие. И на самом деле мы знаем, что крупные нации и во всей жизни, и культурной, и в экономической, и в политической
играет сейчас значительную роль. Мелкие нации, несмотря на то, что они формально независимы, они формально куда хотят, туда и идут, с кем хотят, с теми и соединяются, против кого хотят, против того и воюют. Вот хочет Ирак воевать против американцев, пусть воюет. Хочет Ливия воевать против французов, англичан и Великобритании, Канады и Соединенных Штатов, пусть воюет и так далее. На самом деле мы видим, что в условиях современной экономики, когда в мире монополистический капитализм, то есть империализм, маленькие нации независимыми быть в принципе не могут. Они попали в поле сил тяготения крупных наций, крупных экономических субъектов, крупных экономических монополий, и они либо попадают в один лагерь, либо попадают в другой лагерь. Ни о какой, так сказать, независимости в современном мире по отношению к мелким нациям не может быть и речи, к сожалению. К сожалению. И есть даже такое понятие у Ленина, оно встречается, эгоизм мелких наций. Мелкие нации пытаются свои интересы поставить выше всего мирового развития. Вот нам важнее всего сохранить это все. Хотя вопрос сохранения там, культуры, языка – это вопрос стихийный. Вот можно ли насильственно вводить какой-то язык? Нет. Ну вот, скажем, как этот вопрос решается в научном мире? Если вы хотите, если вы представитель, скажем, малой народности или некрупной нации, и вы хотите, чтобы ваша диссертация была известна в широких научных кругах, на каком языке вы будете ее защищать? На русском или на узбекском, или только на литовском, или только на эстонском, или на туркменском? То есть понятное дело, что в Советском Союзе диссертацию защищали, как правило, при том, что право соблюдалось. Вы как хотите, пожалуйста, мы вам переводчика дадим, и все будут переведены официальные отзывы официальных оппонентов. Вы будете на русском защищаться или вы будете защищаться на, скажем, узбекском? Но если вы хотите, чтобы узнали только узбеки вашу диссертацию, то давайте на узбекском. Если вы хотите, чтобы узнал весь мир, потому что с русского легко переведут. С узбекского уже, как вы понимаете, переводчиков в той же Англии, в той же Америке меньше. Не будем говорить, что нет совсем. Есть, конечно. Есть там вузы, которые изучают все языки, но это уже редкость. Поэтому в этом вопросе, в вопросе о языке, все упирается в то, а что, так сказать, происходит с точки зрения развития культуры, развития науки, развития экономики, какой тут идет естественный процесс. Поэтому, вообще говоря, понятие «государственный язык» – это безобразное понятие. Не может быть государственного языка. Может быть язык как официальный, то есть который, так сказать, как бы всеми признается. А что значит государственный? Что, можно заставить вас говорить по-японски? Хотите, я вам заставлю говорить? У нас государственный университет. С завтрашнего дня говорим только по-японски. Кто не говорит, два. Вы не хотите, да? Выходите. Сразу нельзя заставить говорить. А? Ну не сразу. Сколько вам нужно для изучения японского? 10 лет. 10 лет? Нет, это у нас государство не для этого существует, чтобы растягивали такое удовольствие на 10 лет. Десять лет. И китайский нужно. 10 дней, а японский 5 дней. У нас китайский язык философы изучают. У вас не изучают историки, нет? У нас есть китаеведы. У нас язык цивилизованных людей, латынь. А китайский не цивилизованный, по-вашему? Цивилизованный. Ну, слава богу. И у вас тоже цивилизованных людей, понял. Хорошо. То есть в области языка, это поскольку это область культуры, в общем, культурная область, не может быть никакого насилия. То есть если человек хочет говорить на другом, пусть говорит. Если ему для этого нужно иметь школы, пожалуйста, школы должны быть на этом языке. Но заставлять, как пытаются, скажем, на Украине, будем только вот на украинском языке. Еще филологи спорят, есть ли вообще украинский язык или это диалект русского языка. И есть разные противоположные точки зрения. Одни считают, что нету никакого украинского. Например, если вы пойдете в любую, так сказать, российскую деревню, там вы многие слова вообще не поймете. Я деда своего не понимал.
Он говорит, ну будя. А я говорю, а что будя? Ну будя. А я говорю, что будя? Оказывается, это хватит. Вот это да. То есть диалекты – это широко распространенное явление, и во многих местах вы можете найти такой говор, который не сразу и поймешь. Ну и не надо его превращать в язык. Как? Силой. А если он превратится в язык, так на здоровье. В области языка не должны никаких быть препятствий развития этого языка. Правильно? Поэтому официальный язык, да, ну, конечно, он официальный, документы государственные делаются. А другие документы по просьбе, тот, кто хочет иметь документ на соответствующем языке, пожалуйста. Хочет иметь обучение на этом языке, пожалуйста. Хочет иметь возможности, так сказать, какие-то другие, так сказать, культурные проявления на этом языке, пожалуйста. Хотите иметь, так сказать, какой-то особый театр, ну, организовывайте особый театр, вас поддержит государство. Поддержит, а не заставит. Можно заставлять развивать какую-то культуру. Это не та область, в которой можно заставлять что-то делать. То есть это вопрос, прежде всего, хозяйственного оборота, потому что именно на основе хозяйственного оборота, на основе развития экономики образовались все вот эти многочисленные, или лучше даже сказать, немногочисленные нации, потому что если вы перечислять будете национальности, то национальности у нас только в пределах России сотни, правильно? А нации... Ну, совсем немного. И вот, скажем, те республики Советского Союза, которые были не внутри российской территории, а они были как бы на границах, и которые можно было рассматривать как самостоятельные в каком-то смысле территорию. Те республики, в которых был, скажем, какой-то определенный язык распространенный, те республики, в которых была некая особая культура, это были союзные республики, которые имели право на выход из состава Советского Союза. А у нас Советский Союз, как он был? Союз советских, союз свободных республик или союз суверенных республик? А? Ну вот гимн звучал так. Союз нерушимый, республик свободных. Свободных – это что значит? Свободно соединились в союз. Ну, если соединились, они могут и выйти. А кто будет выходить из Советского Союза, если в союзе гораздо быстрее идет развитие? А что мы наблюдаем вот у уважаемой той части Украины, бывшей на юго-востоке? Вот пишут там документы, у нас, говорит, союз суверенных республик. Я такие уже видел проекты. Союз суверенных – это мечта Горбачева, мечта Ельцина, она... Такая, чтобы превратить союз советских социалистических республик в союз суверенных государств. Что такое СНГ? Союз независимых, то есть союз суверенных государств. Да. Как можно вообще строить государство после 17-го года было на основании независимых республик? Где хоть раз прошел русский солдат или где хоть раз был русский флаг? Там он больше спускаться не должен был. Какое вообще право эти республики имели на национальную независимость? Да, это хороший вопрос. Значит, вот этот вопрос нужно задавать себе обязательно, и хорошо, что вы его задали. И вот такой вопрос перед собой поставил Ленин, когда рассматривал национальный вопрос вообще. Как его решить? Вот если мы хотим, чтобы все национальности между собой теснее соединялись, если я хочу, чтобы вы со мной теснее соединялись, я должен признать ваше право на то, что вы со мной не будете соединяться или не должен. Сказал, хотите вы, не хотите, а вы сейчас будете со мной соединяйтесь. Так, товарищи, вот я прошу 5 человек взять его, привезти сюда, пусть он со мной тут соединяется, и держать его крепко. Так, вот если вы так поставите вопрос, вы будете все время вырываться. А вот если я хочу добиться того, чтобы у нас с вами был тесный союз, первое, что я должен сделать, что вы имеете право выйти из этого союза, и я имею, и вы должны признавать мое право выйти из этого союза. На чем построена, скажем, и Ленин этот пример приводит, семья и ее крепость? На признании того, что любая сторона может разорвать этот, так сказать, брачный союз. Право. И спрашивают, когда люди женятся, спрашивают, вы согласны на союз добровольно? Да или нет? Но если они вдруг по причинам, то с каких-то жизненных неурядиц решили разойтись,
то это что означать должно? Что означает, никто не может заставить другую сторону, мужа или жену, оставаться в этом брачном союзе. Муж и жена свободны в брачном союзе или суверенны? Ну а если они суверенны, то уже никакого семейного союза нет. Правильно? Если муж и жена суверенны, нет никакой семьи. Все кончилось. Поэтому вот и фокус, который проделали в свое время Горбачев и Ельцин, они стали проводить эту идею. Давайте, говорит, превратим союз свободных республик в союз суверенных. И устроили референдум 17 марта 1991 года. Какой вопрос был на этом референдуме? Как вы думаете? Ну, наверное, вы представляете, кто это делал, этот референдум, наверное. Делали те, которые собрались уничтожить Советский Союз. Правильно? Поэтому они делали такой вопрос, который был нацелен на уничтожение. А некоторые люди до сих пор, которые числят себя коммунистами даже, сторонниками Советского Союза, близорукие настолько, они празднуют это самое 17 марта. Они, вы читали хоть вопрос-то? Вот у кого под рукой компьютер с интернетом, посмотреть можете, какой был вопрос, и зачитать? 17 марта 1991 года. Вопрос на референдуме. А? Ну, что вы мне это вот... Вы по памяти не можете точно сказать. Это же документ, референдум, в котором миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов участвовали, а вы мне по памяти что-то называете. Там надо точную формулировку, абсолютно точную, буквальную. Кто может буквально зачитать? Есть? Можете? Нет? Не открыли? А, не ловит, да? Кто не ловит? Голова не ловит или компьютер не ловит? А, компьютер? Ну ладно, тогда пусть голова ловит. Значит, вопрос был такой, вы перепроверите потом, когда дойдете до интернета. Есть, да? Пожалуйста. Во. Знаете, это вот, знаете, сделано по конструкции компьютерной. Сохранить как? Чувствуете, нет? Не просто сохранить, а сохранить как? А сохранить как? Как обновленный союз каких республик? Равноправных каких? Суверенных. То есть союз свободных. Кто за то, чтобы сохранить союз свободных республик, как союз суверенных? Ну, когда вы сохраняете что-то в компьютере, что вы делаете? Нажимаете там? Не сохранить. Если бы не нажали сохранить, так он бы и сохранился. А вы нажали сохранить как? Сохранить союз свободных республик, как союз суверенных. То есть уничтожить союз свободных республик. А что такое союз суверенных республик? Суверенный – это независимый. Это конфедерация. Это не федерация уже. Вот Союз Советских Социалистических Республик был федерацией. Там были общие установления. А если у нас союз суверенных республик, и вот я, например, не собираюсь выполнять то, что вы решили, ну и не буду. Поэтому никакой конституции этого союза суверенных их вообще быть не может. Потому что любая единица этого союза суверенных республик не обязана выполнять общее решение. Правильно? Я почитал вот наше общее решение, сказал, я это выполнять не буду. Или так, как в польском семье было, не позволям. Если один человек против, нет его. То есть это видимость, это вы очень хорошо видите, на переименованном с ССГ, а Горбачев писал как бы конституцию ССГ, Союза суверенных государств. Вы имеете СНГ. Ну как вы видите, что такое СНГ? Это ничто. И это ничто. Это даже не таможенный союз. И это даже не союз совместной торговли. Это просто ничто. Это, так сказать, некое видимое. Иногда они встречаются, главы, и чего-то, и разговаривают. И все. Вот у нас с вами тоже мощный союз суверенных граждан. Чувствуете, нет? Сейчас мы с вами договоримся, куда мы пойдем. Давайте примем решение такое. Я предлагаю решение, которое всех удовлетворит. Как только лекция закончится, каждый пойдет туда, куда он собрался идти. Давайте проголосуем. Вы против. Так, он останется здесь. Да, просьба там 3-4 человека подержать его здесь, часа два. А мы все пойдем, как решили. Но мы нарушим уже его суверенность. Вот в чем дело. Он останется здесь.
А мы найдем, которые хотят. Только убеждением, только убеждением исключительно. Вот вы же пойдете этого поддержать человека, пора уже его остановить. Конечно, пойдет. А смотри, он уже по комплекции этого подходит. У вас разные весовые категории, я бы на вашем месте с ним не связывался. То есть, посмотрите, как это все закручено там здорово. В котором будут сохранены все права и свободы. То есть на хвосте там что-то хорошее такое говорится, да? Потом, какой союз? Союз суверенных республик какой? Нет. Вот, равноправных. Ну это же хорошо равноправных. То есть вся соль в слове суверенных. Раз суверенных, Советского Союза нет. Вот теперь представьте себе вот эту операцию, как ее продумали те, кто уничтожали Советский Союз. Сначала проводится всеобщее народное голосование, которое до сих пор нравится. Говорит, вот люди за Советский Союз проголосовали. Вот у нас есть человек, который так и думает, что мы проголосовали за сохранение Советского Союза. Не за сохранение Советского Союза, а за сохранение его как? Как не Советского Союза и как не Союза, а как всего лишь некого собрания, как конфедерации независимых государств. Вот и за что проголосовали. После этого собирается тройка людей. Кто это были? Шушкевич, Ельцин и Кравчук. Да? И подписывает на основании чего? Договор о уничтожении Советского Союза, денонсации прежнего договора. Раз проголосовали за сохранить как? Вот и говорят, что такой союз, в котором есть общие решения, которые все выполняют, пока в Союзе находятся. Если вы вышли из Союза, понятно, уже вы тогда не обязаны. Из Советского Союза можно было выйти, тогда вы не будете выполнять решения. Но если вы в Советском Союзе, то есть общие решения. И как вы понимаете, если бы Советский Союз был вот в таком виде, никакого выигрыша в Великой Отечественной войне бы не было. Никакой победы бы не было, и нас бы с вами не было, и лекции бы не было, и издания бы этого не было. И вот рассуждают, вот они трое подписали, да не трое подписали, это уже действие, в котором были задействованы миллионы людей одураченных. Вот эти миллионы людей, а вот эта тройка говорит, так а мы в соответствии с волей народа. Вот воля народа, вот товарищ так и думает, что это воля народа, сохранить Советский Союз и подписывает, чего? Он будет теперь суверенный, кто хочет, туда идет. И разошлись. И теперь что мы видим? И вот из этих республик свободных, ранее, а ныне суверенных, гастарбайтеры едут и едут и едут в России. Потому что то обстоятельство, что из всех этих союзных республик наиболее крупной экономической единицей, конечно, была Россия, Российская Федерация. Хотя, строго говоря, Советский Союз – это название, историческое название для России. И в свое время еще Верховный Совет РСФСР сделал тоже очень нехороший шаг юридический, который сказал, можете употреблять слово «Россия» или «РСФСР». Россия же царская еще включала Польшу и Финляндию. Россия в смысле РСФСР не включала. А вся территория Советского Союза охватывала всю прежнюю российскую территорию, кроме Польши и Финляндии. А сейчас, скажем, все вот эти бывшие республики советские из нее вышли, Прибалтика тоже вышла, и Россия уже не охватывает. И все равно она является по территории самой крупной страной мира. И с этим приходится считаться всем, всем. Ну вот я хочу вам сказать, что такая идея, как победить гитлеровскую Германию, она не может родиться там в Голландии, Польше, Чехии, в Румынии, потому что ни одно из этих государств никак не может победить гитлеровскую Германию. Эта идея может родиться в России, в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Я даже сомневаюсь насчет Великобритании.
Они находились в состоянии войны, но не очень-то воевали. И долго никак не открывали второй фронт, пока не будут солидные успехи у Красной Армии на Восточном фронте. Да? Так ведь получилось? Поэтому надо понимать, что никуда мы от экономических обстоятельств, определяющей роли экономики, не уходим. Вот и сейчас. Вроде бы вот Советского Союза нет. Заключается таможенный союз. Ну так, пока он включает в себя. Какие страны? Россия раз, Белоруссия два, а Казахстан три, Киргизия сейчас вступает, четыре. Теперь уже есть договоренность Социалистическая Республика Вьетнам, очень такая оригинальная, когда встречается председатель правительства России, товарищ Медведев, с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама. А как должен Вьетнам относиться к России? А кто помогал выиграть у американцев в войне за свободу Вьетнама? Ну, Россия, а Советский Союз своим преемником имеет Россию. И так во всем мире все так и смотрят на Советский Союз. Или поехал Путин на Кубу. И с кем он встретился? Никто с Кастро не встречался. Он ни с кем не встречался, а с Путиным встретился. А Путин с Кастро встретился, и видно было, с каким удовольствием он с ним встречался. То есть эта преемственность прослеживается, и никуда от этой истории не уйдешь. Вроде и строй сменился, и, казалось бы, изменения колоссальные во всем произошли. И тем не менее, во всем мире все равно на Россию смотрят, как на продолжательницу, так сказать, того самого Советского Союза, который был. А как это связано с оформлением юридическим, с правовым отношений? Ну ведь мы же в любую страну теперь, кроме Украины, можем поехать со своим паспортом. И все. Хотя я вот и ездил в Северную Корею тоже с российским паспортом. Поставили там печати в самолете и все. Потом. И оттуда. То есть тенденция вообще к соединению стран, к созданию единой экономической системы, она все равно действует при всех обстоятельствах. И при капитализме, и при социализме, и действовать будет и при коммунизме. Ленин даже говорил так, что дело дойдет до создания Всемирной Советской Республики, управляемой пролетариатом всех стран. Но перед тем, как это говорить, он говорил, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. То есть он социализм выводил не из учений тех или иных теоретиков и не из мечты тех или иных людей, которые думают о лучшей жизни, а из того хозяйственного развития, которое идет неумолимо. Вы сейчас можете поехать в любую точку Земли и везде найдете баунти. Джинсы, кроссовки, майки с Че Геварой. Да, и так далее. Те же самые телефоны и прочее. Потому что то, о чем говорил Маркс, что усиливается общественный характер производства. То есть каждый работает на все, на всех, а все работают на каждого. Другое дело, что не каждый столько получает. Но так или иначе, так он пользуется плодами самых разных представителей самых разных наций. Возьмите вы, скажем, наш новый телефон, который показывает наш руководитель. Видите, говорит, наш новый российский телефон. Он российский по замыслу, по конструкции и так далее. Но где его делать-то будут? Китай. Китай будут делать. Китай ему предлагает. Давайте вы совместно сделаем таможенный союз. А Китай говорит, а у нас есть шелковый путь. Тогда давайте сделаем, объединим шелковый путь и таможенный союз. А китайцы говорят, а давайте мы сделаем лучше не какой-то там торговый союз, а давайте мы сделаем сотрудничество экономическое. А это, конечно, выше. Потому что экономическое сотрудничество предполагает совместные предприятия, совместные проекты, а не просто ты мне, я тебе. Я вам продаю, вы мне, у нас единый рынок, у нас нет таможни. Это очень слабо. А вот, скажем, в Беларуси у нас единое государство, да, на сегодняшний день, союзное государство.
с Китаем может получиться единое экономическое сотрудничество. А если единое экономическое сотрудничество, это будет какая тенденция? Тенденция к преодолению различий между разными нациями. Какими? Значит, если Россию пытаются очень жестко, так сказать, осаживать с Запада, то я думаю, что вот в итоге этого 9 мая, я думаю, многие руководители западных государств поняли, к чему они дело приводят или привели. Они привели дело к тому, что начинает соединяться весь Восток с Россией. С Индией мы сотрудничаем вовсю. Мы сделали для нее авианосец Викрамадитья. Мы поставляем ей танки и прочие, так сказать, системы. Поэтому мы с ними сотрудничаем. В Индии 1 200 000 000, в Китае 1 300 000 000. На этом фоне у нас 150 миллионов, кажется, очень мало. Но в Вьетнаме около 90 миллионов. В КНДР около 70 миллионов. То есть там, вот на этом самом востоке, огромные силы, а в смысле развития и возможности развития. Вы понимаете, что Китай постепенно выходит на передовые позиции и при поддержке России может сделать то, чего он не сделал бы без этого раньше. Поэтому вот наблюдается такая тенденция в области сближения наций. Сближение наций происходит. При этом, если вы хотите какой-нибудь заключить союз, наиболее крепкий, как вы должны поступить? Признать право нации на самоопределение или не признавать его? Вот у нас была тут точка зрения, она далеко не развилась, но прозвучало, что, дескать, не надо признавать право на самоопределение. А вот у Ленина принцип звучал так: право на самоопределение вплоть до отделения. Ну нельзя силой удерживать другую нацию, силой нельзя, вот в чем смысл этого. И вы хотите соединиться? Ну чем? Что-то такое сделаете, чтобы с вами захотели соединяться? Если вы не хотите ничего делать, чтобы с вами соединялись, просто силой хотите, с вами будут воевать тоже силой. Вот мы события на Украине с этой точки зрения можем рассмотреть. Есть там люди, которые живут на Юго-Востоке. Этот Юго-Восток исторически, так сказать, был присоединен, когда в рамках уже Советского Союза формировали украинское Советскую Социалистическую Республику. То есть таким сугубо украинским районам начали прибавлять, в общем-то, в основном русские по составу населения, по культуре и по экономике районы. Это Харьков, это Днепропетровск, это Луганск, это Донецк и так далее. И вот, когда начались процессы явного движения в сторону от русской культуры, от российской экономики, а, скажем, украинские вот эти области, они очень тесно сотрудничали, где ракеты производились, на которых летали наши космонавты, наши военные спутники запускались. В Днепропетровске. Днепропетровск был таким центром космического строения. Ну, ясное дело, что если поворачивается вектор на то, что Украина идет вслед за США, вслед за Западом, а США создают специальные ракетные системы, которые нацелены на Россию, тут уже, так сказать, руководству нашего государства надо думать о том, как сохранить свою безопасность. А когда объявили, что будет один язык, украинский обязательный, государственный, это была последняя точка в вопросе о том, соглашаются ли русские на Украине жить в одном государстве с теми, кто хочет их превратить в людей второго сорта. Ну, сказали бы, что будет там и русский, и украинский на равных на Украине. Да? Кого бы это затронуло? Никого бы это не затронуло. Хочешь, говори на русском. Тем более, вы посмотрите передачи с Украины, в основном на русском и говорят. И раньше говорили в основном, в городах, по крайней мере, на русском. И когда уже встал вопрос, что вам уже и на своем языке нельзя говорить родном, тогда люди стали браться за оружие. И Россия, естественно, так сказать, она это движение к самоопределению. Русские на Украине имеют право на самоопределение или нет? Они находились в Советском Союзе в общей экономике.
на общей территории, имели общую культуру. И это вот отделение от Украины, от России носило искусственный характер. А скажите, пожалуйста, а кто инициативу политическую проявил, Украина или Россия, в том, что отделилась Украина от России? Кто первым провозгласил Декларацию независимости? Украина или Россия? Россия. Поэтому, когда сейчас вот так нападают на украинцев, давайте вспомним еще и посмотрим, а кто голосовал за эту декларацию независимости. Представляете, Союз Советских Социалистических Республик, который вокруг такого ядра российского сформирован по существу. И вдруг Россия заявляет, а мы объявляем независимость. От кого? От Узбекистана? От Украины? От Таджикистана независимость вы объявляете? А что, вы зависимы были от Таджикистана? От Туркмении зависели очень сильно. От Прибалтики зависели. Сланец оттуда иногда поступал. Литовское масло было. А что еще? Шпроты. Шпроты, вот. Придется есть красную икру. Шпротов нет. Нет же, в том-то и дело, что провозгласила это, так сказать, российская буржуазная власть, новоявленная. И она и разрушила в этом самом Советский Союз. Поэтому, когда нападают, вот, скажем, на Украину, надо тут, так сказать, самокритично к этому относиться, что наши деятели вот в таком же были угаре во времена Ельцина, как находятся сейчас деятели на Украине. Вот они, говорит, стреляют прямо по мирным жителям. Хо, подумаешь, по мирным жителям. У нас стреляли из танков прямо по законодательному органу страны. Больше нет такой страны в мире, кто бы стрелял по законодательному органу. Мы с вами вот рассматривали определение фашизма. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Финансовый капитал какой организовал эту стрельбу? Российский, его тогда и не было особенно, этого финансового капитала. Американский организовал эту стрельбу и показал по телевидению. Кто показывал-то? Вот это террор, когда нужно стрелять и показывать, как бьют. А потом спрашивать, вы за? Признаете вы за Конституцию Российского государства? Фашизм был какое-то время, пару месяцев в России? Был. Ну а сейчас фашизм на Украине. Кто протарил эту дорожку? Ну вот российские фашисты протарили эту дорожку. А теперь получилась ситуация такая, что против фашизма сражаются на Юго-Востоке, а поэтому российскому государству несколько как бы неудобно сказать, что оно борется с американским фашизмом. А что, мы с украинским народом, что ли, боремся? Мы же поддерживаем борьбу против американского фашизма на Украине. Чем поддерживаем? Ну, чем можем? Продовольствием. Добровольцев не препятствуем, чтобы они туда пошли. А когда в Испании была борьба с фашизмом, мы что, препятствовали тому, чтобы туда ехали люди с оружием и воевали против испанского фашизма? Не препятствовали. Это в традициях вообще наших. Или как нам разъясняли, ну есть, говорит, такое понятие «дикие гуси», куда хотят, туда летят. Когда начинается какая-то война, отовсюду приезжают. Причем одни люди приезжают, там скажут, что нет русских, которые в правом секторе воюют. Есть. Или нет? Есть. А есть русские, которые воюют вот в поддержку Луганской и Донецкой Народной Республики. То есть воюют по существу против американского фашизма на экспорт. И вот, значит, представители западных государств говорят, что это вы делаете? Почему это вы поддерживаете? А почему нам не поддерживать право нации на самоопределение, которое вот некоторым не нравится? А мы поддерживаем право нации. Русская нация имеет право не быть разделенной? Скажите, пожалуйста. 25 миллионов русских оказались после ликвидации Советского Союза за пределами России. 25 миллионов. Эти 25 миллионов имеют право воссоединиться вообще с своей. Это не только на Украине, можно сказать, что это право. То есть не трогайте вы этих русских-то. Не отнимайте у них язык, тогда они возьмут в руки оружие, потому что русские показали всей своей истории, что их не заставишь силой подчиняться кому-то и порабощать их не удастся. Гитлера остановили. В Париж пришли. Два раза ходили в Европу.
Поэтому даже анекдоты рассказывают, что кто куда, на чем ездит. Вот. Кто, значит, на автомобиле в гости, кто ездит на самолете в гости, а русские ездят за границу на танках. Ну что делать? Что есть, то есть. Танки хорошие. Не идти же пешком такую даль. Это там пройти очень быстро можно, и в европейскую страну. А здесь попробуй ты. Дойди пешком. Когда говорят, вот Россия поддерживает, конечно, безусловно, борьбу на юго-востоке. Чем поддерживает? Добровольцев направляет, помогает, обучает. Добровольцы – это ведь не просто добровольцы, это серьезные люди, которые являются военными специалистами, могут владеть военной техникой и, между прочим, организацией военных действий, как показали события на Украине. Украинское государство не способно с этим бороться. Лекса, перезвоните в 17:10. Так что вот так обстоит дело с этим. То есть эта вот тема о нациях, она очень актуальна, и этот принцип права нации на самоопределение, он продолжает действовать, и никуда он не пропал. И силы не удержишь, если нация, и серьезная нация, самоопределяется. И первое, что было, так сказать, вот на референдуме высказано в Луганске и Донецке, это, так сказать, было желание воссоединиться с Россией. Но это, конечно, предполагает, что российское государство это поддержит. Российское государство пока такого желания не высказывает. Ну, поэтому Луганской и Донецкой республике приходится как бы одним защищать свое право на самоопределение. Но с помощью той же самой России. И я думаю, что нынешнему российскому государству, при том, что оно буржуазное, делает честь, что российское государство в очередной раз выступило против фашизма, уже в новой оболочке. И когда вот у нас отмечали это празднование, так отмечали, как будто это дело все это уж давно ушедших дней. Как же ушедших, когда в наше время, в присутствии, так сказать, вот всех тех, кто здесь находится, уничтожили Югославию, разбили на мелкие кусочки, причем невзирая на то, что там есть демократически избранное там правительство, что у них есть законы, у них есть голосование. Растоптали это все голосование, законы правительства, устроили суды над руководителями Югославии, которые, между прочим, никто, так сказать, не утверждал и не признавал. Кто они такие судить? Это разве не дело этого югославского народа? Ну, нет уже этого, как бы, югославского государства. Ирак растоптан. И проложена дорога к этому самому, для этой самой ИГИЛ, исламского государства, которое является реакционным уже по затее самой, потому что религиозное государство – это государство периода феодального, правильно? Это феодальные пережитки и феодальный образ действий. Первое, что сделала великая французская буржуазная революция, это отделила церковь от государства и школу от церкви. Ливия – это просто уничтожение. И сначала уничтожение государства ливийского, которое тоже, так сказать, демократическим было. Буржуазным вполне. Все это буржуазное государство. Если раньше можно было сказать, что вот когда уничтожали Советский Союз, то вроде как все мирно было. А как только дошло дело до государств буржуазных, то поскольку они маленькие, то с маленькими государствами, крупные империалистические державы могут делать все, что угодно. И они вот, вы представляете, так сказать, это вот, если мы сегодня обсуждали вопрос о нравственности, когда собирается группа, значит, здоровенных хулиганов и нападает на кого-то маленького ребенка и рвут его на части, и уничтожают, забивают его ногами. Что происходило вообще в Ливии? Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, Германия, Италия, Канада прилетели, понимаешь, Австралия. И вот они начали нападать на эту самую Ливию. А что сейчас они не помогают ливийскому народу? Что так они остыли в этом отношении? Оттуда пытаются выбраться теперь люди через Средиземное море, куда-нибудь уехать, чтобы спастись от того уничтожения, которое там происходит. Но ливийский народ имеет право, ливийская нация есть? Есть. Она имеет право на самоопределение? Есть. И право демократическое или социалистическое?
Вот право на самоопределение нации. А ничего социалистического в этом нет. Это право сугубо демократическое. И вот пришли так называемые демократические государства и топчут это право. Так что вот к каким выводам мы тут приходим, если мы берем вот этот вот вопрос. Еще один вопрос. Как вообще надо смотреть, что предпочтительнее, крупные государства или мелкие государства? С точки зрения экономического развития. А? А? Надо смотреть на развитие экономики. Экономика империалистическая, она, ее развитие связано с дальнейшим усилением общественного характера производства. Усиление общественного характера производства ломает национальные перегородки. И товары продает эта экономика по всему миру, не спрашивая, где какие границы. То есть все более и более условными становятся. Ну, то, что было, скажем, в Европе, вы заметите, как вы переехали из Бельгии в Голландию. Я как-то вот ехал на конференцию в Голландии. Вечером мы должны были ехать из столицы Бельгии. И вот мы сидим там, пьет чай ему тот, кто должен посадить меня на машину и повезти. Я говорю, а мы когда поедем? А сейчас, говорит, чайку попьем и поедем. Вот мы едем, и я все жду, когда будет граница. Куда этот мусор-то надо, где можно сдвинуть на чужую территорию, так, в случае чего? Все, нет и нет. Я говорю, а где это Голландия-то? Да мы, говорит, давно уже по Голландии едем. Нету никаких там перегород, нету. Никаких столбов нету в Европе. А тут еще городят у нас сейчас, вот на Украине там. Порошенко говорит, мы сделаем стенку. А стенку, например, сделали американцы в Южной Корее. 250 километров стена, высотой 5 метров. 250, я ее видел собственными глазами. Пересекает весь корейский полуостров с запада на восток. Ну а хозяйство все равно ломает перегородки. Все равно ломает, все равно идет обмен хозяйственный. И экономика требует расширения, расширения, расширения. Что более выгодно производить, в большем масштабе или в меньшем масштабе? Чем больше объемы производства, тем меньше затраты на единицу. Это непреложный закон. Правильно? Почему наши самолеты очень дорогие? Потому что если вы 5 штук самолетов выпускаете, а не 500, то они у вас золотые. Выпускать надо 500. Но для этого надо иметь государственное регулирование. А если вы купили уже 500 Боингов, как вы будете выпускать еще 500 наших самолетов? Все уже, истрачены деньги. Но мы летаем же на американских Боингах. В наши разногласия, так сказать, мешают нам пользоваться? Не мешают. Потому что то, что нужно, то есть американским монополиям, то к нам приходит. Это мелочь, что нам не приходит какое-то продовольствие. Уж какое-нибудь продовольствие мы найдем у себя. И рынки найдем, на которых можно еще получить. Так что вот основная тенденция, которую надо видеть, когда вы рассматриваете национальный вопрос, это тенденция к ломке всяких перегородок межнациональных. То ли государства независимые, то ли зависимые, то ли они входят в союз, то ли не входят в союз. Между прочим, независимо от этих политических установлений и перегородок, идет единый процесс ломки всяких хозяйственных, всяких политических перегородок и хозяйственного объединения. А за хозяйственным объединением вслед идет и некоторые политические объединения. Вот то, что мы наблюдаем сейчас, то, что раньше можно считать просто реакционным было в свое время, мы видим некоторые прогрессы в Европе в этом отношении. Хотя, поскольку там прогресс идет на империалистической основе, поэтому мы видим, что в этом самом Европейском Союзе есть страны богатые, такие как Франция и Германия, которые от этого только выигрывают. И есть страны бедные, такие как Испания, Италия и Греция, которые проигрывают от этого. Там все стирается национально. Вот если вы поедете из аэропорта в Афины, то вы будете видеть справа и слева надписи в основном на английском языке. Фирмы иностранные, иностранные. И постепенно Греция стала самостоятельной. И вот порт Пирей, рыбная ловля, производство строительных материалов. Практически вся остальная экономика – это хозяйничание иностранных монополий.
И поэтому, если вы выходите на центральную улицу Афин, там вы видите то, что вы видите у нас. Ну что вы увидите у нас? Что-нибудь русское? Нет, посмотрите по Невскому, пройдите, на каком языке написано. А вы представьте себе, что в Нью-Йорке написано рыба, овощи, морковь, свекла, капуста. Нет? А вы посмотрите на Невском, что написано. Кофе-хауз. Что такое? Хауз. Ну, хаус знаем такое слово. Хаус. То есть кофе, наверное, разлито там, разбито кругом. Хаус там в этом доме. Ну, даже по-русски не звучит. Кофе-хаус. Ну, кофейный дом бы написали. А кафе что означает? Кафе означает кофе. Нет? Знаете, Гёте что писал про рекламу? Про моду. Мода любит сумасбродство. Да? Но это мнение Гёте, это не знаю. Ну хорошо, Гегеля возьмем. Гегель говорит, кричащее, вызывающее, раздражающее. Вот чем больше, более... И вы пойдите вот и куртку-то вот вперед оденьте, а сзади, чтобы у вас расстегивалась она. И сразу на вас все будут обращать внимание. Попробуйте. Сейчас прямо проэкспериментируйте по окончании. Идите домой по Невскому и смотрите. На вас все девушки будут обращать внимание. А сейчас вас никто не любит. Потому что вы, так сказать, еще ничего не сделали такого. Вывернитесь наизнанку. Мода. Это не мода. Это означает, что мы находимся в России, а язык у нас здесь. Язык, так сказать, официальный, язык, на котором идет торговля, уже иностранный. И причем уже запреты есть на это. Вроде все решения есть, что не надо это делать, надо все-таки на русском дублировать. Но не очень-то дублировать. Карлс юниор, который вдруг разорился, этот юниор, позакрывали все. Или другие какие-то компании, которые есть. И прочее, и прочее, и прочее. То есть, ну в этом надо видеть и прогрессивное явление, в том смысле, что ну, вот та экономика, которая является самой крупной, самой богатой, она, естественно, будет навязывать и свой язык. Естественно, будем. Или наоборот, те люди, которые учитывают, считаются с этим, тоже будут стараться говорить или изучать английский язык, потому что это язык наиболее крупной экономической державы. Если вы хотите, так сказать, считаться или знать, или понимать, то, что там пишется или говорится, вы должны этим владеть. Поэтому не надо на это смотреть просто с позиции такого пуританизма, что, так сказать, мы ни за что не будем это говорить. Ну почему? Это тоже естественный процесс. Если мы будем бедной, промышленно неразвитой страной, то русский язык уйдет на обочину. Это и будет так. А если мы будем богатой, экономически развитой страной, то он не уйдет на обочину. Вот Владимир Владимирович проверяет выполнение своих указов майских. Когда он вступил в должность, были майские указы. Один из указов касался производительности труда. И вот написано это в газете, российской газете, газете нашего правительства, что вот Владимир Владимирович дошел до этого пункта, где производительность труда. Говорит, так, производительность труда не только не выполняются эти самые планы повышения ее, падает в России, падает производительность труда. Потому что под экономикой в России, понимают, черти что, какие-то вложения, в какие-то пузыри финансовые, в какую-то торговлю, в какие-то там инспекции, куда угодно. Нету каких вложений? Или мало? Мало вложений в то, чтобы сделали новый завод. Ну, какой-нибудь новый завод построили? Вы слышали, чтобы новый завод был российский? Ну, при Сальне можно было сказать, ну вот 2700 заводов построено. Сколько заводов построено за это время? Так, хорошо. Внедрили новую технику. Куда внедрили? Где? Где кто слышал? Если вы слышите, мне расскажите, я тоже. А? Чей трамвай? Кто сделал? А обратите внимание, если сделает российский трамвай, ни за что не найдете, фирму не найдете. Вот если едет иностранный, у него там написано там, фирма, Adidas, если даже это у вас ботинки. А если едет троллейбус, хороший троллейбус, пойдите поищите. Я спрашиваю водителя, не знаю, говорит,
Я спрашивал у кондуктора. Не знаю. Там написано, там трамвай, там автобус, если там написано, что они сделают, что он заводит. В каком? Ну назовите это завод, в котором сделано. Вот вы. Какой? Тверской? Тверской, да, там написано. Хорошо. Новый современный трамвай. Ну, отлично. А Ленинградский трамвайный завод уничтожен. Ну, да. Мы же про отечественные делаем. Конечно, да. Так что, тут тоже есть только отечественные вагоны, а делаем немецкие, а они скрыжаются, а у нас используются... То есть я правильно понял, что присутствующий товарищ видит ростки развития российской экономики и уверены, что российская экономика возродится. А если возродится экономика, то это будет способствовать возрождению России и развитию российской русской нации, да? Правильно. Спасибо. На этом лекцию мы и закончим.